Всем привет! Сегодня мы будем делать кронштейн для телевизора. Кронштейны, которые продаются, плохо держат нагрузки, и когда их разворачиваешь вот таким образом, вот он висит на стенке, тебе нужно его вот так повернуть на себя, когда ты лежишь на кроватке. Он делает вот так вот на 8:30 в лучшем случае, а в худшем на 6:30 вот так. Поэтому мы будем делать свой. Для его изготовления нам понадобится профильная труба 25 на 25, круглая труба на 20, круглая труба на 25 и 40-я полоса. И немножечко, хотя бы чуть-чуть прямые руки. Для того, чтобы нам сделать кронштейн под телевизор, нам нужно 20-й трубы, 2 куска по 255 мм. 2 куска по 200 мм. 25-й трубы, 2 куска по 200 мм. Кусок 145 мм. 30 мм. Профильной трубы 25 на 25. 2 куска по 250, 2 по 200. И 40-й полосы 300, 150, 160, 2 по 100 и 2 по 240. Погнали. Такая штучка у нас получилась. Одна труба вот так вот ставится, а вторая труба. Хватит дрожать. Такой кренделек. Теперь из всего этого говна нужно сделать кронштейн. Видела, оно еще почти все подошло. Я думал, сейчас как соберу какую-нибудь хрень, оно похоже уже на кронштейн. Что это за многозначительное мычание там с твоей стороны? Это многозначительное сомнение. Я тебе не буду платить, если ты будешь себя так вести. Ты мне и так не платишь. Это ты сюда положил? Лишнее за 5. Нет, я не снимаю.
бочку! Мне хватило этого огрызка. Кренделек готов, теперь нам нужно в его торцы вот сюда вставить гайки вот так вот и приварить. Чуть-чуть поровнее, чем вот так. Вот так на три точки каждую гайку посадили, этого должно быть достаточно. Понял, что я придурок, и что вот это отверстие, это крепежное отверстие, которое должно быть, сука, внизу. Thank you.
Та-дам! Вот тут он будет прикручиваться. Через эти отверстия будет прикручиваться и сам телевизор. Сейчас мы это немножко смажем, покрасим и будем вешать телек. Немножечко подкрасили, подсмазали. Получился вот такой потрясающий кронштейн для телевизора. Готово. Теперь, короче, такой будет вот такой складной висеть. Вот такой хреняк. Ты лежа такой. Лежишь и смотришь телек. Готово. Херак. Опа. Нужно вот так поставить. Нужно вот так. Нужно вот так. Короче, как хочешь. Ну, единственное, если его нельзя вот так вот отвернуть мордой. Хоп, и он такой тут стоит. А еще можно менять угол наклона. Берешь такой хреняк. И такой валяешься на кровати. И смотришь телек. Вот так вот. Хреняк, такой еще угол подрегулировал. Ништяк. Этого здесь быть не должно. Ты что-то говорил? Так похоже, как будто я дьявола изгоняю. Но я на самом деле просто смотрю, чтобы они были перпендикулярны. Я тебе цветочек принес. Это тебе. Блять.